Добрый день. Мы вместе. Алексей Леонов, Александр, я сегодня с вами расскажем о наших событиях, о том, чем занимаемся. Единственное, что хотел бы сказать, прежде чем как выступят народные депутаты, о том, что сегодня нет политических партий, сегодня нет должностей, сегодня есть единый, общий, объединенный украинский народ. И все органы власти объединились для того, чтобы защитить нашу страну. Гайду Александр, 128 округ, город Николай. Хочу выразить благодарность мэру города Одессы Геннадию Труханову, а также всему горсовету, который помогает нам в эвакуации людей, женщин и детей из города Николай. Большую помощь оказывает народный депутат Леонов Алексей, а также волонтеры города Одессы, которые помогают кормить людей, которые мы вывозим на железнодорожный вокзал каждый день. Количество людей каждый день растет. За последние 4 дня в среднем в день вывозим по 700 человек. Работа налажена достаточно слаженно. Большое спасибо за эту слаженную работу. И я надеюсь, что Одесса и Николаев вместе смогут максимально помочь людям, которые в этом сегодня нуждаются. Действительно, благодаря слаженности и хорошей коммуникации между всеми ветвями власти на сегодняшний день, благодаря мэру, благодаря всем коммунальным и муниципальным службам, Одесской областной военной администрации, губернатора Николаевской области, народным депутатам Николаевской области, все происходит максимально быстро и, скажем так, качественно. Чем больше сейчас людей, женщин, мам, детей будет находиться в безопасности, тем спокойнее, можно сказать, будет мужчинам Николаева защищать и бурныты свою землю. Вот, поэтому еще раз всем волонтерам огромное спасибо, Одесской епархии огромное спасибо. Детей и женщин принимают, кормят, действительно с заботой относятся. И все, что нужно от нас, максимально мы это делаем. Спасибо еще раз, Геннадий Леонидович. Спасибо, спасибо, ребят. Я хочу сказать, что вот это объединение всей Украины вместе, многие этого не ожидали. Я вам скажу, многие этого не ожидали. Я имею в виду тех, кто сегодня пришел к нам с агрессией. Не ожидали, что настолько объединится Одесса, Николаев, Херсон, что объединятся города. Но главное сегодня – помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Я очень впечатлен первыми тремя автобусами, которые мы организовывали приезд мам, детей из Николаева. До сих пор вот я вспоминаю эти лица, пожилых людей, молодых мам, с маленькими детьми, 6-8-месячными детьми, грудными детками, которые вместе со своими домашними животными, взяв с собой сумочку и кулечек, уехали в никуда. Это страшная трагедия. Трагедия для Украины, для нашего народа. И сегодня мы должны быть вместе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.